Всем привет! Сегодня воскресенье. Стою на балконе и чуть не плачу. Все планы накрылись. Погода вообще не айс, по-моему, точно. А мы так планировали сегодня с Гагосовыми закрыть сезон теплый. Ничего не предвещало беды. Думали поехать в лес. И вот оно, счастье. Смотрю сейчас на балконе и понимаю, что процент вероятности того, что мы никуда не поедем. Хотя по прогнозу было плюс 20 на сегодня и до сих пор. Ну, может быть, к обеду еще и будет плюс 20. А, сейчас пишут плюс 19. Но уже 11 часов дня и что-то вообще не располагается. В общем, я расстроена, когда настроены планы и все коту под хвост. Пойду, значит, я сейчас стирку, наверное, загружу, а там посмотрим. Ну, скорее всего, что мы никуда не поедем, конечно. Ой, капец. Так обидно. Ну, ладно. Загрузила я стирку. Стираться будет 2 часа 8 минут. 7 минут. Ну. Хоть одно вчера был праздник, нельзя было ничего делать, то я сегодня хоть постираю. По крайней мере, может, пока распогодится, хоть стирку сделаю. Так, ну, в общем-то, лес отменился, судя по погоде. У нас ничего так и не поменялось, не видно, да? Вот. Все так же грустно, облачно и холодно. Ну, прохладно. Вот, но я... Все равно Лена написала, как бы уже настроились сегодня встретиться, провести вместе время. И вчера готовились, и эти котлеты жарили мы все вместе, и Лена плов готовила. В общем-то, рассчитывали на сегодня, поэтому мы купим торт, еще чего-нибудь посмотрим вкусненького. И все-таки поедем, и ну, без леса, без природы, ну ничего. Все равно погуляем, проведем время вместе, так как уже это запланировано было. Я сейчас, пока Сережка с Назаром в магазин побежали за продуктами, Вика делает, заканчивает у себя уборку в комнате, потом ей надо сделать домашнее задание, завтра уже понедельник в университет, что-то там ей задали, короче говоря, она сказала подождать ее, сделает домашку и поедет вместе с нами. Так что мы едем всей семьей. А я тем временем, пока все заняты, захотела себе сделать коктейль. Молочный. Достала мороженка, чуть-чуть осталось у нас. Блендер, молоко и банан. Вот такой буду делать коктейль. У нас, конечно, у меня блендер очень слабый и очень плохо взбивает. Он такой старый, уже ему 100 лет в обед. Мало мощный, еще и какой-то китайское. Вот, но ничего. Лучше все же, чем руками. В общем, сделаю сейчас коктейль с вами. Мы уже на остановке в режиме ожидания маршрутки. Купили сок. Я себе шампанское взяла, так захотелось сладенького чего-то шампанского. И тортик. Тирамису купили. Едем. Не надо этого делать, сына. И едем в этот самый. Вика тоже с нами. К Лене уже выезжаем. А Вика, пока мы за тортом ходили, купила краску.
для волос. Говорит, дешевую, но попробуем. Может быть, кстати, неплохая. Взяла две, вот такой цвет. Это наподобие, мы красились, да, дуется наподобие? Такого, блин, не видно, ладно. Стойкая крем-краска. Омега-9. Божоле. Мы уже приехали, Сережка. Костя собирается, пошел мотоцикл выгонять. Они сегодня будут опять кататься. И Серый Назар захотел прокатиться. Сейчас Сережка... А где? Они уже выехали, наверное. Дочь, ты их видишь? И я нет. Ж хотела посмотреть, как Аня выгоняет только. Мам, не страшно. Ты, может, не будешь, если страшно? И к тому же там вроде на заднем сиденье можно только с 12 лет сидеть. С 12? Ну, я так понимаю, папа тебя потихонечку где-то здесь вот на месте. Да, конечно. Что? Ну, папа, знаешь, потихонечку. Да я не думаю, что он с тобой будет лететь. Ну, вы что, бахнулись, говорит. Тогда я не буду бояться. Садись. Уши закрывать? Нет. Боже мой, он чуть не перелетел. А куда ему ноги? Не на трубы ж. Нет, вот. Раз, туда. Вот, да. На трубу нет, не становись ногами. Ты шо. И держись за папу. Так, ну что, двери будем открывать, что так пройдет? Не так. Покажи, как ему держать. Держи меня как ремень. Во. Вот и все. Вот смотри, Назар сейчас как флажок будет лететь. Серый, вы сейчас впиляетесь. Сдурел. Вообще. Что-то тепленько стало. Кто дал в штаны? Это был я. А кто откроет? Я. Едут. Да, мы его слышим издалека. Интересно, не уделался Назар там? Ну, замерз это точно. Ну как? Сына, ну как? Как, сына? Супер! Мне понравилось. Ну, я ускорялся, получается, ну как, на прямых участках, ну, до 40. Мне резко. Нравится, что без головного убора. Но правда, резко. Тут у меня побаливает почему-то. Ну, что зажимаешься. Да? Ты зажался сильно. Где побаливает? Вот тут. Тю, отчется. Напрягся сильно. Ну что, теперь я поехала? Хочешь, давай. Хочу. А мы с тобой куда поедем? А мы поедем недалеко, пожалуйста, я не знаю куда. Ну, туда на первой. Вот здесь? Да, вот так прям. Мам, давайте на руки сядем. Ой! Ого! Мама! Ого! Молодец, Вика так подчеркнула все. Спасибо, Дотя. Потому что я высока, я на твоем мотоке я как-то ниже была. Я, кстати, по пути чуть телефон не потерял. Молодец. Мам, карманы смотри, чтобы у тебя ничего нет. У меня ничего нет. А, хорошо пошла. Пора. Пау!
экстремальненько, но классно, блин. Мне понравилось. Слушай, мне сейчас было не так страшно, как тогда раньше, когда ты меня возил. Может, потому что не быстро. Если бы сейчас разогнались, то я бы, наверное, визжала бы. Наложила кирпичей. Да, полные штаны. Клево. Сейчас, я так понимаю, это кто будет кататься? Алису? Ну, попросили не... Ага. Выходит. Я с Алисой не хочу, вы что? Да куда ее держать это надо? Это разве что Алису сюда, и то я не знаю, куда она ноги. Да, ее, наверное, сфоткать. Нет, она вряд ли сфоткает. Ой, вон она, байкерша. Да, да. Байкерша. Бежит, бежит за мамой. Пошла байкерша. Та ты шо крутая. Класс. Сейчас я ее заберу. Ну все, мужики погнали кататься. Сережка погнал. Костик вон впереди пошел. А мы домой. Да? Погнали за. Прям домой-домой или... Ну, в дом, в дом. А, в дом пойдем, да. Все. Будем греться, бо на улице холодно. Пусть покатаются и вернутся. Сейчас будет Настя кататься еще. Одень капюшон, бо холодно будет. Вези ее извозчик. Настя, только держись хорошо. Хорошо держись. Капюшон упал и будет развиваться. Вот они, блогеры, понимаешь? Научила на свою голову, да, Лена? Мне не жалко. Поехали. Тут же еще и будет издалека. Вот что такое не везет? Там уже небо голубое, светлое. И солнце вышло. Солнце выходит, уже пропало. Только включила, а мы в лес не поехали. И вообще, я утром как вышла на балкон, Лен, чуть не плакала. Так обидно, ага. Едут. И солнышко, блин, капец. Настя машет. Классно? Круто? Счастливая, капец. И ничего не кричала? Мне все спокойно прилипло, как мыша. Мышка. Классно, да. Ждем, когда папа будет с того уровня, чтобы он сможет катать. Ну что, загоняй. Катя не будет? Я не знаю. Ты не хочешь? Да хватит уже. Ты еще хочешь кататься? Угу. Мы уже дома. Ой, Назар серенький. Ой, классно, день прошел, провели. Ничего, что не поехали в лес. Была куча других развлечений. Да. Я на мотоцикле перекатал почти всех. Короче, мы это, с Настей когда покатались, мы решили, что мы с ней пойдем. Кстати, Назар голый бегает, ну, в трусах. Решили, что мы с Настей идем на категорию А учиться. Меня шибануло, я их боялась панически. Сегодня я так проехала, я так кайфанула, мне так понравилось. Мы еще ездили с Сережкой там к друзьям, планшет надо было забрать Назара, мы забыли, когда в гостях были у них последний раз. Вот и этот. Короче, мне понравилось, клево. Пока, спокойной ночи, всех целую. Люблю. Спасибо всем, кто посмотрел этот влог. До новых видео. Пока-пока. Хорош жевать. Спать, спать. Не тут-то было. Вика еще намешивает краски. Я забыла, что я и обещала сегодня покрасить. Я не буду снимать, как... Я уже попрощалась, но, в общем, я вернулась к вам. Потому что день, оказывается, не закончился. Снимать как я не буду, как я буду ее красить. Я вам покажу просто вот сейчас, какой цвет. У нее уже такой вымылся.
И мы, кстати, очень пожалели, что прошлый раз осветлили, волосы стали неживые, меньше блеска. Вообще не советую, не рекомендую. И Вика тоже сказала, больше так не будем делать. Такой у нас не очень хороший опыт. Ну ничего, попробовали. Я думаю, отрастут. Вот, вот такой цвет. И по итогу потом покажу. Надо будет, чтобы ты здесь же встала. И вот такой вот цвет получился. Не, ну оттенок есть такой сливовый или баклажан, как это сказать. Вот эти краски нормальные, у тебя блеск появился. В общем-то, вот такой вот получилось. Мне нравится, прикольно. Цвет такой, видно. Ну все, теперь точно пока всем.